А здесь мы в такой свободе оказались, как птица, у которой выросли крылья наконец-то. Jā, es nesamāku saimņiem tos 9000. Tad viņi savāc mājā atpakaļ. Un iet prom, jau, protams, mana mamma neiet. Пусть же они вырастут, дайте же им вырасти. А не насиловать их, не в четырех стенах держать. Где они там будут жить?